Всем привет! Продолжаем прохождение Dark Souls 2. Как ни странно, ничего не меняется, мы проходим все еще эту игру замечательную, великолепную. Я даже сказал бы, игра года. Без преувеличения. Ладно, все, хватит вам похвалы. Похилимся и идем дальше. Все, осталось немножечко. Сейчас мы найдем кузнеца. Купим оружие, потом прокачаем оружие, и я пойду собирать сет. Так, надо все-таки его собрать до конца будет. Это будет не быстро, сразу говорю. А найдем мы быстро здесь, да? Нам нужно куда? О, а красное это что? Кстати, я не помню, что такое красное. Тоже это змейка. Как я помню, нам нужно дальше. Давай, поехали. Потом, кстати, здесь будут драться два НПК, но это будет чуть позже. Это легко сделать этот вот квест, да? Нам нужно просто будет одного человека еще найти и все. Но пока это не важно. Мы сейчас сюда пришли не чтобы проходить, да? А чтобы найти продавца, кузнеца. Я могу заняться своими делами и пойдем дальше проходить. Я вот точно не помню, где же она находится. Сейчас, подождите, я вспомню. Пока. По-моему, здесь все же, да? Подождите, там дерево стоит. Надо на один этаж спуститься, проверить. Нет, не здесь, да? Опа! Это маг, надо убивать мага. Маги очень неприятные. О, здесь даже есть что-то типа прохода. О, да, очень больно. Ну ничего страшного, все равно нам вроде не сюда. Мне надо вспомнить, куда нам идти. А, я вспомню, там еще жаба будет, точно. Давайте сейчас тогда быстренько колечко починим. Очень-очень быстро. И потом мы, короче, прокачаем оружие, да? И полностью все души я истрачу на прокачку характеристик. Потому что реально тянуть смысла нету. Нам нужна ХП. Нам нужна ловкость, атака и так далее. Тем более, мы уже адаптацию практически прокачали полностью, как нам надо. Нам нужно 39, но это уже будет уже поздней стадии игры 39. Пока, видите, неудобно, что приходится по одному колечку чинить, но я говорю, потом это все исправим. На этой локации, да, есть еще один костер. Я вот почему-то постоянно его теряю. И как раз этот костер находится рядом с той птицей, которая нам нужна. О, ха-ха. Плюшка. А, кстати, у нас еще есть осколки флянги. Короче, у нас еще полно дел, полно. Где же ты находишься? Здесь, да, здесь, прямо под этим камнем. Опа, опа, нифига, сальтуха. Ну, еще один удар, ну что ж такое? Ладно, убью я потом как-нибудь. Отлично, нашли. Так, сейчас я запишусь. Быстренько, очень-очень быстро. Ладно, я запомню. Так, все, идем дальше. Теперь смотрите, ага, здесь у нас это чудо. Вот именно сбоку этой скалы должна она быть. О, тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Где-то здесь. Ясно. Ой, как больно-то. Как же больно, подождите. Здесь должно быть две двери. Стоп, что за бред? Первая, вторая. Ну, она вторая, значит. Давай, быстрее, давай. Вот она, красота. Ну что ж, я не иду. Ясно, молодец. Аплодируем.
Ладно, перематываю. Так, пробуем еще раз. Мне все равно, что меня убивает, абсолютно все равно. Я поставил цель, да, и я ее добьюсь в любом раскладе. Чего бы это ни стоило. Даже если надо будет мне 140 миллионов раз умереть. Давай, давай. Так, сейчас сюда прибегут 1 000 000 человек. Видите, как здесь все опасно, да, все опасно. Ну, это все ерунда на самом деле, здесь крипы несложные. Так что у нас здесь огненная бабочка. Ну, когда-нибудь пригодится. Ключ камень Фараса. Прям везде находим удачи. Все. Вот наша красота. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Привет. Привет. Это человек голый. Давайте так будем говорить. Хорошо, так. Все. Окей, ну вот, собственно говоря, наконец-то мы к этому пришли. Вот он, господа. Вот то, что мы искали. Муракумо. Когда мы прокачаем, у него будут показатели множители. Здесь ашка будет 100%, а здесь я не помню. Е, но это уже не важно. Нам главное ловкость, мы силу практически не будем качать. И заметьте, да, что из всего этого он самый дорогой. Ух ты, составной лук. Ну-ка, давайте глянем, что это за лук у нас. 82 снаряд. А в чем прикол? Наносит больше урона. Ну, урон, в принципе, здесь минимальный, тяжелый арбалет. Вот парный клинок. Он 55 атака. Полная чушь. Потом огненные стрелы. Вот эти мы купим, их много, они офигенные. Видите, у них бесконечные стрелы, запомните. Бесконечные огненные стрелы и болты. Потом трава у нее. Бесконечные огненные бабочки. А здесь сейчас густок только одну штуку продает. Ну ладно. Ну что ж, собственно, для чего мы сюда и пришли? Огромный путь проделали. 190 начальный урон. Когда мы сделаем полный апгрейд, урон будет 380. Еще плюс показатель А от ловкости. Покупаем, само собой, раз мы за этим шли. Хорошо, купим давайте еще и стрел. Когда-нибудь пригодятся, ну штук 30. Больше смысла нет. Угу. Также у нее есть обмен. Это все, что ли? Наверное, она показывает только то, что у меня есть. То есть души, которые я собирал. Потому что у нее по-любому здесь больше гораздо товара. Ну все, собственно говоря, мы пришли. О, апгрейд можно сделать? Да, сразу делаем апгрейд. Ну-ка, интересно, она еще может продавать такое же оружие? Может, ништяк. То есть я могу сделать несколько видов оружия, офигеть. Так и сделаем. То есть сделаем обычное оружие, потом, например, закалим чем-нибудь. Так, сейчас, секунду.
все готово, извиняюсь, отвлекают. Хорошо, потом, а почему потом? Сейчас мы купим еще одно, да. Но прокачивать мы будем один. Мы это купили, я еще раз говорю, потому что я сделаю два вида оружия. Одно будет физическая атака, а второе, чем придумаем. Например, я ему сделаю вот атака кровотечения, да? Попробуем. Все, теперь усиливаем какой-нибудь из них. Будем постоянно усиливать, прокачиваем. Так, что-то я не вижу наше оружие. Я уж подумал, что нельзя усилить. Так, хорошо, усиливается он на 19. Отлично. Осколок титанита. Легко. Легко, братюня, легко. 247. Видите, мы всю игру копили, все это чудо. Большой осколок. Вот, теперь нам нужен один большой осколок. И атака уже будет 300. 300, господа. Хорошо. Так, все. Хорошо, хорошо, я понял. Нашли наконец-то мое оружие. Сейчас у нас какое оружие? 285. Ну, это, видите, считается еще огонь. А вот чисто физ урон. 357. Офигеть. Вот такая вот у нас ерундушка. За ней я бегал всю игру. Видите, еще плюс в том, что оружие довольно быстрое. У него вес всего лишь 12 килограмм. Хорошая скорость, да. Также у него прочность хорошая. Сколько? 70. Это довольно хорошая прочность. То есть получается, у нас оружие будет основное 12 килограмм. И сет 8 килограмм будет весить. Каково убить? Он с одного удара, все. Ух ты, че это такое-то бомбочка, что ли, такая? Ну, само собой, сейчас меня убьют, скорее всего. Вы видите, здесь очень много наркоманов. Давайте скушаем. Все, самое главное, я оружие взял. Нам нужно будет найти осколок, прокачать его до 10 уровня, чтобы атака была по 380. Плюс 72, видите, от моей ловкости. Нужно еще и ловкость прокачивать. Я ловкость вообще не прокачивал. Еще вот здесь вот есть костер, кстати. Да, костер, но почему-то дверь закрыта. Скорее всего, надо с другой стороны заходить. Так, давайте тогда мы уйдем отсюда. Вы видите, здесь полный геморрой. Полное же. Прыгает он очень медленно, ну да. Без большой, потому что у нас еще сет старый. Ну что ж, теперь я выключу запись, да? Чуть-чуть позже. Сначала мы сходим в город. Вот это мне не нужно, видите? Почему вот, я говорю, это оружие я еще хотел до того, как я его увидел. Я потом, перед тем, как записывать эти прохождения, я все-таки решил зайти. И посмотреть, какие есть оружия, какое бы себе подобрать, да? То есть оружие, с которым я буду проходить всю игру и пвпшиться. И до того, как я начал выбирать оружие, я уже представлял именно такое. Я хотел изогнутый, длинный и, самое главное, тонкий меч. Я не хотел большой, огромный меч. Смотри, какая красота. Кстати, его можно одной рукой спокойно носить. То есть, видите, скорость отличная у него. Вообще отличная скорость. Возможно, я и буду одной рукой таскать. Опа. Можно, в принципе, сразу вот это два взять. Как вариант тоже неплохой, смотрите. О, видите, месиво такое. О. Но я не люблю играть сразу двумя мечами, поэтому пока нет. Возможно, потом я переучусь, может быть, да. Но пока мы будем все равно качаться через один. Ва! Ва! Это как катана, типа так же скорость. Ва! Ва! Надо еще будет с выносливостью что-нибудь сделать. Ладно, идем, собственно говоря, дальше. Не будем стоять на одном месте. Использовать все, да. Сейчас я пойду. Как пойду? Наконец-то я нашел свое оружие. Но я еще, скорее всего, знаете, как еще, скорее всего, сделаю? Я его потом зачарую, скорее всего, в огненное оружие. Другой клинок. То есть у меня будет два клинка. И я посмотрю, какой все-таки лучший из них будет. Просто видите, еще если я буду убивать грешницу второй раз, там я уже говорил, да, выпадет заклинание огненное оружие. И когда ты накладываешь это заклинание на уже огненное, то есть заранее огненное оружие, то там эта атака увеличивается еще от огня, множитель идет. Прибавка идет. О, офигенно про.
А, да, я забыл, у нас с весом сейчас проблема. Во-первых, уберем вот этот меч. Уже проблема наполовину решена. Ну, если мы уберем руку. Немножечко. Но мы прокачивать ни в коем случае не будем. Ни в коем случае. Вот и все, проблема сразу же решается. Так, два, это у нас 6. А, ну вот, мы берем любые вот эти вот, что у нас посильнее. Во. Нет. Ну, почти. Во. Такая красота. Опа. Ва! Сальтуха, видали, да? Свертухи просто в щи прописать, и все, минус 5 сразу. Реально, минус 5 можно сделать. Минус 5 в секунду даже можно сделать. Ну, конечно, выносливость у нас вообще ни о чем. Тем более, если мы будем ловкачом. Ну, тем более, заметьте, да, здесь надо бить по земле. Все-таки это свиньи. Поэтому свиней тяжело убивать. Да господи Иисусе, как тебе попасть-то? Я не могу попасть в них. Помогите мне кто-нибудь. Ладно, сейчас убьем. Так. Во, наконец-то. Ну, видите, маленькие. Маленькие такие, малюсенькие свинки. На! На! Нормально, просто не прицеливался. Вот видите, сразу попадает с одного удара. Все, отлично. Но нужно еще апгрейдить до самого конца. И все-таки надо собрать еще, скорее всего, огненный меч. Там будет вообще офигенный дамаг идти. Ой-ой, прям страшно подумать. Так, нам еще нужен большой осколок титанита, да? Мы его сейчас нигде не возьмем. Я могу взять только в одном месте, я говорил, да, в той самой крепости. Здесь обычный титанит. Здесь у нас обычный титанит. Ну ладно, все, давай сейчас мы все души тогда возьмем. Все души. Потому что я сейчас пойду фармить сет, а я уже говорил, это очень сложно будет. Но сейчас хотя бы у меня оружие лучше. Есть смысл идти фармить сет? В одном случае, если вы будете убивать хотя бы с одного удара, понимаете? По-другому смысла никакого нету, потому что вас просто изобьют сразу. То есть мне нужно убивать теней с одного удара. Если сейчас я не буду убивать, то скорее всего я еще сделаю апгрейд оружия. В любом случае, когда-нибудь я буду убивать с этого оружия. Оружие очень сильно. Сейчас мы берем все души, а душ здесь очень много. Да блин. Что за ерунда, не понимаю, что происходит с игрой. Зависла игра. А, нет, все нормально. Опа, 16 тысяч. Оп. Хорошо. И еще последние. Вот эти вот самые дорогие души у меня. Ну, не считая душ босса. Опа, 30 тысяч. Все, отлично. О, два осколка у нас еще, точно я забываю. Так, давай, давай, говорила уже все это нам. Даем осколок. Что-то произошло, но мы этого не видели. Еще раз даем осколок. Он зачем-то возле лица, так, знаете, руки держит. Я сейчас попробовал. Давайте тоже попробуем так же. Ничего не происходит. Все, здесь мы все сделали. Ну и, собственно говоря, пора тратить душ. Нет смысла таскать с собой, потому что я уже говорил, да? Из-за того, что вы таскаете с собой душ, вы просто будете страдать. Потому что, видите, врываться будут постоянно к вам другие фантомы по общему количеству душ, а вы сейчас обоих таскаете. То есть они у вас никак не используются. Или вы, например, хотите там пвпшиться, да? Я, скорее всего, сейчас, видите, мы сейчас на этом месте остановимся вместе с вами. А дальше я немного сам побегу, но сразу говорю, я без вас ни одной миссии выполнять не буду, ни одной. Что я буду делать? Только помогать другим проходить старых боссов. Просто так, мне это интересно. И буду стараться собирать сет. Потому что сет собирать очень сложно. Очень сложно. Мне придется много-много раз ходить, ходить, ходить. Много времени займет. Но в любом случае это тоже часть игры. Я хочу это сделать. Теперь мы смотрим, что у нас здесь. Адаптация поднимаем до 30. Больше мы не трогаем адаптацию. Вот она, ПДВ, подвижность, 104.
Вера не нужна. Интеллект. Вера, в принципе, можно прокачать до 10. Я тогда смогу использовать заклинание хилки, но я не буду этого делать. Можно прокачать жизни, тоже хороший показатель. Давайте прокачаю. Хотя, надо еще и ловкость прокачивать. Мало ловкости у нас. Это прокачаем ловкость 25 и жизни еще прокачаем. Вот так вот. Хотя, подождите. Ловкость даст нам сейчас минимальную прибавку к атаке. Вот мы даже можем посмотреть, видите, да? Даст нам плюс 5 к атаке. Жизни дадут нам выживаемости, самое главное. У нас будет выживаемость. То есть мы сможем пережить атаку этих мутантов. Тогда качаем жизни до 20. Потом переходим на ловкость. Угу, вот так вот, да. Вес груза я не трогаю. Выносливость пока не трогаем, потому что у нас нету больше очков. Все, отлично. Адаптацию мы пока не трогаем. То есть мы будем ее прокачивать еще не скоро, не скоро. Все, спасибо. Все, я буду стараться собирать сет. Как же хочу его собрать, чтобы я был весь черный такой. Чтобы мог быстро бегать. Да, я знаю, я уже говорил, что у сета слабая физическая защита 300. Но я уже говорил, да, что это легкий доспех. А я хочу играть именно с легким доспехом. Чтобы бегать так, вау, как тень такая, вау. Йоу-йоу-йоу. Калинка-калинка. Опа. Опа. Отлично. Опа. Больно тебе, да? Я уже говорил, что НПК можно бить до 3 раз. Если я один раз ударю ее, мне ничего не будет. Но если я ударил 3 раза, то она сагрится, да и потом... Здесь мы уже ничего с ней не сделаем, только воскрешать ее придется. Так, вот девушка вернулась, видите, она стоит в одежде полого. В зомби. Ну все, в принципе, здесь нам больше делать нечего. Я сейчас что буду делать? Во-первых, нам нужно флягу отрегенить. Не хватает вроде одного заряда, по идее. Да, 8 зарядов. Сейчас я пойду опять в ту пристань и буду пробовать убивать. Если я не буду убивать одного удара, я тогда пойду искать большой кусок титанита, а его несложно найти. Найду его и сделаю апгрейд еще хотя бы один раз. Потом еще один раз, еще один раз, еще один раз. Ну, апгрейд я буду делать при вас, да. То есть все улучшения оружия только при вас. Без вас я буду делать только старое. То есть пойду в пристань, это мы уже все проходили, правильно? И буду помогать другим проходить боссов, это мы тоже проходили. Профит. Все, давайте, до связи. Я не знаю, сколько времени пройдет. Может быть, там день-два пройдет. Может быть, полдня, я не знаю. Ну, вот так вот. Я очень надеюсь, что потом, когда я включу, будет стоять полностью весь в черном сете. Хочется сказать всем привет. Хотя, в принципе, это тот же самый выпуск будет для вас. А для меня это уже следующий день наступил. Ну, собственно говоря, перед вами, господа, то, что я и хотел. Полностью, полностью весь сет. Ушло на это примерно 4 часа. Грубо говоря, 4-5 часов. Да, это было не быстро, конечно же, но быстрее, чем я думаю. И думаю, вообще будет долго. 4 часа это стоило того. Все, вот такой вот у нас сетик. Я вам показал еще оружие, но мы будем без этого оружия играть. Но это тоже оружие из этого сета. То есть это у нас получается призрачный кинжал. Вот видите, две штуки. И рука. Но это нам не надо, у нас есть свое оружие. Вот, я еще немножко прокачал Муракуму. Я помню, что я вам говорил, что без вас не буду. Ну, вы сами знаете, как прокачивать оружие. Я просто пару левел апнул, все, там ничего интересного не было. Вот такая красота, смотрите. Вот это называется оригинальность. Опа! Опа! Ладно, все, это мы сделали. Теперь нам нужно идти дальше. Убираем все лишнее. Нужно так поставить кольца, надо будет. Так, кошка нам не нужна. Поставим вот это колечко. И идем дальше. Нужно проходить дальше. Я бы хотел вступить в ковенанта синих стражей, да? Потому что, опять же, хочется помогать другим игрокам. Ну и пробовать себя уже ПВПшить. Пробовать ПВПшиться. Пойдемте попробуем убить босса. Надо убить его. Там босс, в принципе, не легкий драконоборец. А, надо было сначала купить смазку, да. Для оружия, потому что нам не хватает. Сейчас я гляну, что есть у нас. Ничего у нас, по идее, нет. Ох ты. Откуда у меня есть яд, это хорошо.
Но мы возьмем кое-что другое. Мы сделаем вот так. Очень быстренько сделаем. Я опять использую косточку, чтобы время не тратить. И вот так. Хотя, конечно, это немного не самый быстрый вариант. Ладно, сделаем по-другому. Сделаем побыстрее. Например, вот так. То есть мы пойдем к голове. Именно к голове. Потому что напомню вам, да, что голова, она продает нам все, что связано с молниями. Это урны и это смазки для оружия. Так, надо нам идти в тень. Тут идти, в принципе, недалеко. Оружие пока уберу. Мы никого убивать не будем, просто сбоку пойдем тихонечко. Сбоку, сбоку, вот так. И сейчас будет слева поворот. Ну, два шага идти. Так, что у нас? Ага, ничего нового. Он потом будет с нами разговаривать, когда мы убьем его тело. Вот она, золотая смола. Хорошая вещь, давайте купим на все деньги. Я абсолютно все души уже потратил там на характеристики и так далее. Но мы с вами уже, по-моему, это сделали. Ладно, я не буду заюзать косточку. Здесь два шага идти. Давай, давай, гоу, 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 гоу. Немножечко начал делать апгрейд доспехов. Но, опять же, только начал. Нужно опять материала. Много материала надо. Ну, тоже другая история. Все. Пойдемте пробовать убить босса. Можно опять же, по сюжетной линии, да, можно будет призвать фантома. Если мы не справимся сами, то призовем фантома. Это будет абсолютно честно. Угу. У нас есть желающие умереть. Нормально, два удара пойдет. Хотя по пути, пока мы даем, мы, наверное, оружие сломаем. Ну, ладно, ничего страшного. Не сломаем. Оп. Оп. Вот мне очень нравится синий ковенант. Вот реально очень нравится. Не, хорошо, хорошо. Вот я люблю, когда быстро убиваем. Помните, я вам говорил про дубину, да, которая крутая. Она может, в принципе, с одного удара даже убивать. Но видите, мы еще не прокачивали ловкость, ничего. То есть, множитель смысла не имеет вообще никакого. Но это не страшно. То есть я убиваю с двух ударов, это уже хорошо. Попадают предметы. Ага, попал. Мне попал. Опа. Неприятно. Неприятно мне. Ничего страшного. У нас доспехи такие слабенькие. Легкие доспехи. Ах, почти. Сейчас еще... Да, вот так. Отлично, видите? То есть я успеваю сделать три удара. Синее око нам нужно, чтобы... Для чего нужно синее око, да? Чтобы вторгаться в мир грешников. Грешники это то убивают НПК, и то вторгается с помощью красного ока. То есть это тоже грех. То есть вторгаешься в чужой мир и убиваешь, правильно? Хозяина этого мира. А вы... Кстати, синее око, заметьте, можно использовать только... Ой, а, я думал, мне попадет. Синее око можно использовать только, если вы состоите в ковенанте синих стражей. Куда мы идем? Вот туда вот надо. Надо убить босса будет. Мы постараемся убить. Я еще на него не ходил в этой игре. Именно в этой игре. Ай, пощечину дал. Ничего страшного. Видел, почти убили с двух ударов. В общем, мы еще немножко прокачаем оружие и начнем уже качать наконец-то ловкость, то будем нагибать только так. Опс. Тем более, опять же, я уже говорил, что у нас будет два типа оружия. Одно, скорее всего, я сделаю огненным, и потом все же я пойду на грешницу, на НГ+, и заполучу волшебство, да, которое наделяет оружие огнем. То есть там будет вообще сильный прям дамаг идти. Я уже мост отпускал, я опускал именно для того, чтобы там взять колечко и все. То есть я к боссу не ходил. Потому что там есть колечко ослепления, да? Оно мне нужно было для фарма этого шмота.
Потому что я очень много раз умирал. Ой, как много раз. Ой, как много. Очень много. Ну, раз может быть 20 за все время. Но опять же, не забывайте, что этот сет, он рарный, понимаете? То есть он редкий и уникальный. И не забывайте, что НГ+, она рассчитана, когда ты уже все прокачанный, да? И так далее. А мы прям сразу туда пошли с говнодоспехами. Ну что, собственно говоря. Что у нас здесь есть? Нам бы увеличить ХП. Это я оставлю. Например, вот это вот заменить можно будет. Я вот, да, продал то колечко. Но, в принципе, она была слабенькая. Вот это можно добавить. У меня 1300. 1300. Да, 40, я как раз вспомнил. 40 увеличивает. Ну, пускай будет. Хотя 40 жизни это просто ноль. Давайте тогда уже серебряный змей поставим. Ну, пойдемте попробуем. Хочется, конечно, всегда убивать с первого захода. Но тот босс неприятный, он очень резкий. Пойдемте. Фантом находится с другой стороны, у другого босса. Угу. О, какие удары. Чувствуете, да? Ох. Он тоже бьет неприятно. Ну чё, ты будешь драться? А вот так? Вы видите, какие там удары? А-а-а! Там можно просто тупо идти его убить. На. Ой, тихо, тихо, тихо. Осторожненько. Мне кажется, просто надо идти на ПВП и все. И вот так его рубить. Ах! Косячок мой, косячок. Ну, вы видите, что я могу его убить, в принципе, это не проблема. Ах, не надо было ПВПшиться с ним. Ладно, давайте сейчас я перемотаю до этого места. Все, идем опять. Ну, вы видели, да, что он убил только по случайности. Кстати, вот опять я забыл про то. Какой весь замысел легких доспехов? Чтобы по вам не попадали, весь смысл в этом. Поэтому это будет для меня тренировочка. Нужно еще раз сделать так, чтобы он ни разу не попал. Или максимально уворачиваться от его атаки. Вот видите, ну не успел немножечко. Хорошо. Угу. Или провоцировать его на удар и уворачиваться. Вот. Плохо, плохо, плохо. Ну, я его убью в любом случае, это не проблема. Конечно, немножко побалуюсь. Или пробовать за спину идти ему. Вот долго, долго, долго. А, все, все, все. Ну, ладно, буду тренироваться. Так, ВСГО опять. Заметьте, да, что убивает только по моей ошибке. То есть наш герой прокачан, в принципе, идеально. Идеально. О, 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 пробило нехило. Ну вот он именно из-за моей ошибочки. Вообще надо делать по одному удару. О, о, молодец. И бежит такой за мной. Так, аккуратненько. Сейчас убьем его. Но мне нравится, что у нас такой дома хороший. Мне нравится это. Ну, тварь, я попала. Давай, давай, драка, драка, рака. Давай. Удар сделать. Там такой кусок отрывается. Какой ты драконоборец? Ты шут. Ты шут. Помогите, помогите. Ах, ты засранец. Видите, у него еще разные удары. Опа. Ну, это легко. Я честно говорю, это просто легко. Если бы я не баловался, да, то можно было давно уже его убить. Сейчас у него бомбанет. Я хочу, чтобы он ударил и встал. Блин, нет, не вот так. Ага. Я уж, в принципе, могу его убить в прокаста. То есть два раза ударить, он умрет. Ну, не будем торопиться. Пепси. Опа. Не успел. Опа. Опа.
Все, ты побежден. Вовремя мы пришли к нему, очень вовремя. Теперь мы точно можем вступать в Коминант. Ты побежден. Это очень легко. Вы видели, что я 2 раза умер, да, потому что больше кривлялся. Ну, вы сами видите, какой у нас дамаг. Старое кольцо со львом, душа странного, старого драконоборца. Кстати, заметьте, да, здесь у нас находится драконоборец, а в той вышке напротив, драконий всадник. Наездник или всадник, я не помню. У меня его душа с собой есть? Ой, ой, извините, лязь, блин. Ну, неважно, короче. По-моему, всадник все-таки его зовут. И получается, здесь охотник на дракона, а там всадник. Здесь даже не охотник, драконоборец. По идее, он борется, то есть он, наверное, убивает драконов. А там всадник, всаживает дракон. Ой, это, он в смысле ездит на них. Вот такая вот история у нас. Все, подняли мы бабло. Убили мы его очень легко. То есть я могу спокойно НГ+ ставить и идти еще раз убивать. Почему бы и нет? Но мы шли сюда ради этого. Так, для начала. Ну, здесь точно ловушек нету. Если мы сделаем НГ+, этот сундук обновится и будет трусничное синее око. Кстати, еще в этом ковенанте можно драться в дуэлях. О, мы попробуем с вами первый раз дуэль подраться. Мы там ничего не теряем вообще. Хотя мы там должны жертвовать одну вещь. Так, железная маска и башенный щит. То есть, чтобы играть в дуэлях за синих стражей, да, нам нужно жертвовать эту фигню. Знак верности. Конечно, вступаем. Все, поговорили. Так, что там продает нам? Оружие фигня. 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 Камень зарядов это чтобы оружие зачаровывать. Нам не нужно. Святая вода. Фигня. Мне еще ни разу она не помогла. Может быть, она крутая, я не сомневаюсь. Но лично мне она еще ни разу не помогла. Так, здесь у нас костер сейчас будет. Интересно, я смогу с этого костера перепрыгивать туда и обратно? Я вот не помню. По-моему, сюда на него нельзя перепрыгивать. Это главный костер, да? Или нет, подождите, что-то я забыл. А где? Видите, здесь костра нету. Или он отдельно... Да, все, я понял, отдельно стоит, хорошо. Сейчас сделаем тогда вот таким вот образом. Ну, в принципе, пойдет, попробуем ПВП. ПВП. Конечно, немного сыкотно, потому что я еще не пробовал в этом прохождении ПВП ни с кем. Да, давайте попробуем. Наши сейчас сразу убьют. Сделают на ГБ. Хочется, конечно, победить, но убьют, ничего страшного. Видите, я больше ПВЕшник, то есть я больше люблю играть, проходить игру, нежели ПВПшиться. Но сейчас я именно раскачиваюсь для ПВП, то есть я буду тренироваться. У меня опыта очень мало ПВП. Ну что, друг мой, бессердечный? Да. О, почти, почти. Ох ты, мразь, смотрите, все, поймал, поймал. Ой, как больно. И все, что ли? Что за бред вообще? Ну вот, вот такой у нас ПВП, видите, да? Полный бред, короче, забейте. Это тоже такой прикол, да? Вот в чем преимущество, когда человек дерется кулаками, вот вы сами увидели. В том, что я просто не мог даже отойти от него. То есть, когда он начал бить, все, он просто меня не отпускал. Ну,
далеко не все в этой игре будут драться кулаками, тем более я не понимаю, почему он здесь дерется кулаками, в синих стражах, да? Есть же для этого нормальный ковенант. Как там называется? Не гладиаторы. Ну, не помню, короче говоря. Как же он называется-то? Короче говоря, который в нашей деревне, там, гладиатор или типа такого, там почти все дерутся на кулаках, а он почему-то сюда пришел. Ах, да, жалко, даже ни разу не ударили. Можно попробовать было бы еще раз, но у нас нет этой фигни, поэтому нужно помогать. Кстати, я еще пробовал вот этот гладкие камешки скушать, мне не хватало хп, когда я фармил сет. Такая фигня, никогда их не кушайте, они так мало регенят, это вообще ужас. Очень мало. Ну все, самое главное, что мы сейчас делаем? Одеваем кольцо, например, вместо чего-нибудь. Вместо этого мы оденем, да. Все, мы одели перстень стражи. Теперь, смотрите, когда он будет сиять вверху слева, видите? Сейчас он не сияет. А надо, чтобы он сиял. Давай, давай. Он будет чуть подальше. По идее, здесь он тоже должен сиять, по-моему. Лучше говоря, когда он будет сиять, значит, все, вы в поиске. Если на кого-нибудь нападут, и он состоит в клане, там, Лазурный Путь, да, в Каменанте, то вас могут привлечь для помощи. Это очень интересно. То есть, вы не теряете вообще ничего. Просто ничего не теряете. Но, тоже здесь поднимают, подъем рангов идет именно по количеству убийств. Убийств именно плохих, само собой. Угу. Достанет меня. Опа. Так, а что же она не сияет? По-моему, она здесь тоже должна сиять. Само собой, кольцо будет не везде работать, да? Она не будет работать в вашей главной деревне. Ну, подождите, ну должен же работать, давай. Странно. Ладно, мы сейчас попробуем кое-что другое. Да. Мы сейчас кое-что сделаем. Мы сейчас попробуем наказать виновного. Так, ну нас агрится, да? Пойдемте, тогда я быстренько сейчас починю колечко и будем наказывать и карать. Или также нас просто запинает вручную. Но я уже говорил, да, что есть люди, которые кулаками проходят всю игру. Такое тоже есть. И в принципе нет ничего там удивительного. Я смотрел видосы, да, когда уже игру прошел. Там они с кулака, да, так босса пробивают, вы бы видели, там такие куски отрываются. То есть даже кто-то считает, что с кулака это как более-менее читерский способ. Сейчас вы тоже видели, что кулаки эффективны, но не всегда. Если бы я за спину попал, я бы мог его убить с проказа просто. Ну ничего страшного, я уже говорил, еще раз, господа, что в PvP у меня очень маленький опыт. И я уже говорил про пинг. Но мы будем в любом случае тренироваться вместе с вами тоже. Я буду ходить, безусловно. ПВПшится, мы будем наказывать других. И рано или поздно опыт в любом случае придет. Опять же, наша главная задача, да, это вот скорость. Именно надо нам выносливость прокачать. Скорость, короче. Чтобы прыгать за спину, чик, хватать и убивать. Этот меч, он один из сильнейших по битью именно со спины. Там очень сильно дамажит он. То есть выжить будет очень сложно. Также можно, например, брать это с собой для парирования что-нибудь. Или кинжал, или щиток. Хотя... Не знаю, не хочу. Можем потом попробовать, но не сейчас. Сейчас мы сделаем следующее. Попробуем в этом месте заюзать синее око. Видите, минус этого ока в том, да, что он далеко не всегда срабатывает. Он начинает искать грешника, да, и он может очень долго искать. Блин, а? Да что ж тебе от меня надо? Ай, да-да. Не могу я попасть даже. Да пускай он нас бьет. Пускай, пускай, пускай. Все, все, ты убит. Короче, все, юзаем. Синее око. Пошел поиск. Так, подождите, а почему он здесь не работает? Ничего не понимаю. Стоп, кольцо я взял? Я то взял кольцо хоть? То. Это очень странно. На этой локации точно она работала, я же помню. Бред какой-то. Так, надписи есть, я в интернете, значит, да? Хорошо.
Например, можно сделать по-другому. Например, куда-нибудь сюда сходить. Очень странно, честно сказать, очень странно. 100% на этой локации можно было это делать. Может быть, это раньше можно было делать. Реально, смотрите, типа, это какой-то бред. Что, почему не работает-то? Глобальная игра разрешено. Я, видимо, что-то не понимаю. Что-то, видимо, я не понимаю. И неактивно, опять же, смотри, я вообще не понимаю ничего. Ну-ка, ладно, посмотрим еще на какое-нибудь другое место. Например, вот здесь вот. Нет, надо, скорее всего, буду игру перезапускать, но это невозможно просто. То есть у меня вообще ничего не работает. Бред какой-то. Ну-ка, а мелок будет работать? Мелок работает. Ничего не понимаю. Нищий? А, начальник класс. Подождите, а это может быть потому, что я не человек. А я и забыл, видите, я не вижу по своему лицу. Блин. Использую последнюю фигурку. Да. Ну все. Я забыл, потому что, видите, опять же, я же сказал, что из-за маски не видно. Видите, вверху слева начала мигать. Вот, то есть она работает. Поэтому мы опять пойдем туда же. Блин, а я уже голову сломал. Че ж не работает-то? Все, понятно. Так что, вам на заметку. Если вы находитесь на нормальной локации, не считая деревни, где там мирная локация, и у вас не мигает, то значит вам нужно восстановить человечность. В принципе, можно просто здесь стоять на одном месте. Ой, опять она идет, это чудо, а. Сейчас давайте убьем. Раз, два, три. Я тебя убью, я тебя в любом случае убью. Просто потом еще немножечко ловкость прокачаем и будем уже двух ударов убивать. Но это не проблема, короче. Хорошо, ну, собственно говоря, давайте пробовать. Наконец-то заработал у меня ковенант. Поиск. Лучше сюда вот поставить, потому что я говорю, он далеко не с первого раза находит, видите, да? В чем еще плюс? Когда мы вторгаемся, да, чтобы убить грешника, то все крипы, они будут против него, но не против нас. Мы можем спокойно бегать, да, прятаться за крипов. Блин, не то сделал. Ну ладно, пускай будет. Может, он не призовет. Заметьте, когда он не находит, то у вас не пропадает это око. О! Ну надо убить. Я не хочу опять опозориться перед всеми. Не хочу. Давайте попробуем хоть раз его убить. Ух ты. Немного по-другому, чем я думал. Я думал, что мы будем в этой же локации. А мы, оказывается, вообще в другой локации. Этого, кстати, я не знал. Обычно я по-другому работала. Так, где ж ты? Так. Ну что ж, ищем. Только я уже запутался, куда идти. Здесь на этого касса надо будет убить босса. Там, кстати, босс впереди. Но я вот не помню, куда идти здесь. Он не опускал, да, еще? Опустил, смотрите. Он, скорее всего, этих призвал, фантомов. Опа, нехило так пробил. Все, что ли? Как я сдох-то? Ну вот, я вам помните, говорю про пинг. Вы сами все видите.
Все прекрасно видно, что он убил за километр меня. За километр. Ах, да, неудачно. Ну, пробуем еще раз, ладно, будем пробовать. Не, ну это вообще просто бред. Я уже говорил, пинг решает полностью всю игру. Когда вас убивают за километр, при этом оружие даже не дотрагивается, да? То это само собой уже все, нет даже смысла пробовать. Ну, мы попробуем еще раз все равно. Блин, че ж он так сразу отказывает? Он даже не ищет. Когда он первый раз ударил, да, я согласен, он попал. Но второй раз, как он попал, без понятия. Ладно, пробуем, пробуем, пробуем. Давай же, давай. Ну, видите, да? Он даже не ищет, он просто сразу отказывает. Ладно. Все, босса мы убили, это самое главное. Вступили в синие стражи. Все, попробуем еще раз вторгнуться куда-нибудь. Где бы это сделать? И при том, да, что все равно, то, что мы выбираем локацию, оказывается, это вообще никак не влияет. Это я не знал. Просто я использовал это око раньше, мне почему-то находилась та же самая локация, прям в которой я нахожусь. Хм, странно. Капец. Это типа ни одного грешника в игре нету? Не, реально как-то так странно очень ищет. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, просто он в базе берет список грешников онлайн, и, наверное, никого нету. Но другого варианта я не вижу просто. Потому что так быстро дает ответ. Не удается найти мир для вторжения. Ну ладно, что ж, давайте это сделаем по-другому. Не хочешь ты это, сделаем вот это. Ага. То есть вообще отказывается любой, да, око использовать. О, все. Странно, очень странно, заметьте. До этого почему-то он сразу отвечал нет, а теперь начал искать. Попробуем еще раз. Я надеюсь, когда-нибудь все-таки я смогу убить. И? Ну, и что? И это уже ко мне вторгнулось, как я понимаю. Бред какой-то вообще. Я говорю, я не знаю, что с пингом происходит, но это просто бред, смотрите. Он сказал, что... А, ну вот. Отключение. А, ну видите, о чем я говорю, смотрите, ну сами все видите. Давайте перезайдем. Вот, даже падает сессия, о чем здесь говорить. Конечно, печально, но лучше интернета нету, к сожалению. Но все равно мы будем в этом выпуске тренироваться именно вторгаться в чужие миры. Потому что мы босса убили, главную задачу мы сделали. А уже в следующей серии пойдем дальше проходить. Нам еще много проходить. Все, пробуем все-таки еще раз. Ладно, красное, хоть какое-нибудь давай. Хорошо, давайте, надо тренироваться, надо пробовать. Блин, не получается пока. Угу. Вот видите, крипы меня не трогают. Стоп, где-то он, по-моему, здесь должен быть.
Так, где же он находится? Там еще дверь открыта. Не, здесь он точно не был. Теперь нам нужно его искать. Искать, искать, искать. И чё, и где я его буду искать? Скорее всего, здесь он тоже не проходил. Где же ты, где? Само собой, мы не можем использовать ни хилок, ничего. А, вот она, тварь, где. Закрысилась, да? Кстати, у нее молнии, они очень больно бьют. Видите, просто надо еще выучить заклинания хорошие. Давай, ПВП. Ну иди сюда. А. Блин, выносливость, конечно, надо прокачивать. Очень плохая. Большая проблема с ней. Попала? Ясно. Не, ну это бред, конечно, полный бред. Стреляет куда-то мимо, и еще главное попадает. Ну это бред. Оживляем. Хотя, мне понравилось, надо еще раз попробовать. Сейчас в любом случае будем прокачивать выносливость за 100%, потому что видим, да, что без нее вообще не вариант, просто не вариант. То есть я 2 раза прыгну, все, и больше ничего не могу сделать. Давай, давай. О, нашел, отлично. Вот видите, да, появляется в этой же локации, не как тогда. В склепе нежити. Ну что ж, идем искать. У нас еще есть молнии, кстати, это... Я судья. Ага, здесь он проходил, значит, да? Нет, пока, видимо, рано, реально, для ПВП очень рано. Во, он где-то здесь был, по-моему, да? О! Больно, больно, да. Самый сильный выбрал, да? Ну давай, выходи, выходи, тихо, тихо, осторожно. Как попал? Короче, забейте, это не вариант. Нет, ПВП нам очень рано. Вы видите, он стреляет в одну сторону, и при этом человек ты убивает меня. Не, ПВП очень рано. Очень рано. Ну, не важно, тогда мы будем дальше проходить, пройдем до конца. Потом я, может быть, что-нибудь придумаю с интернетом. Ну, вы сами все видите прекрасно, да, что, ну, реально, это бред. Сначала убивают оружием, вообще бьет в одну сторону, я уже в другой, и каким-то образом просто встаю и падаю, и умираю. Сейчас тоже. Он стрельнул вообще сюда вот молнией своей. По-моему, он оружием как раз и стрельнул. Молнией сюда стрельнул. Я почему-то здесь уже умер. Пинг. Пинг, он делает свои дела. Я говорю, что я из Хабаровска. Пинг очень большой. Примерно 200 пинг точно будет.
это уже, в принципе, не важно. Самое главное, нам нужно пройти игру, а сетевая игра это уже немножко другая история. Все, давайте тогда в следующей серии мы пройдем дальше. Сейчас мы убьем кое-кого. Да, убийца. Тем более не забывайте, что у меня здесь еще НГ плюс стоит. Так бы с одного удара я его убил. НГ плюс. Плюс. Я еще сам по себе побегу, потренируюсь, ПВПшиться. Почему бы и нет? Будем тренироваться. Даже таким пингом все равно можно что-нибудь придумать, как потренироваться. Ну, давайте, ладно, все, в следующей серии мы будем проходить дальше. У нас еще много дел. Все, пока!